Ну, доехали до Каширы. Сейчас будем разгружаться на берегу реки Ака, а потом пойдем вот туда на трейлы. Ну, все пошло не по плану, Денчик. Как всегда. Худшие подозрения оправдали. И мы страдаем в жару. Превозмогаем. Что как мы любим? Нам обещали шаттл, а шаттл сломался. Поэтому... Как здравствует подъемы пешком. Чало, плевчало. Просто жизнь. Хорошо. Такая парилка. Денчик, тебе не жарко? Давай, Лен, я откручиваюсь, ёбаный насос. Да ты задралась, а 10 метров не проехали. Проблины! Нихуя себе! Первый спуск, трейл-полоска, вообще огонь. Пару мест прям меня подлезало, но в принципе я понимаю почему, и потому что я просто не помню. Ну а так, кайф, прям ножки забились. Ну и как обычно, после каждого спуска, самое интересное, это подъем заново. И вот так нам пиликать, опять и опять. Вообще клёво! Я не знаю, где Лёня, блядь. Thank you.
нихуя себе. Первый раз трассы, тем более одному считать. Очень плохо, так делать не надо. Ну вот уже третий подъем, а вот там вот родничок, сейчас попьем и опять. Фу, ну вот подъем окончен, главный стан райдер. Блять! Сюда поехал, Леонид. Ладно, поехал. Красный, сюда. Давай, давай. Ёбаный в рот. Ну давай дропай. Ёб твою мать! И заново, заново самое приятное. Поехали вот туда. Сейчас, подожди, Лен. Теперь я первый. В чем его план? Нас хочет видеть. Вау! Вау! Лёня наваливает! Нихуя себе, блядь! Нихуя себе, блядь! Ты чё, бессмертный?
Что случилось с тобой? Суперменчик, блядь, включился. Его надо первого тогда пускать всегда. Дальше уже все видим. Ты видел, что там вытворил? Каньончики. Спасибо, Миша Даниленко. Реально сейчас еле выжил, блядь. Наисполнялся. Водички, водички давай. На улице совсем не жарко. Минус 20? Нет, так, градусов 17 вообще. Вот так вот, ребята. Кто-то уже разложился внизу. Поехали, поехали. Да все едет, блядь. Да пань. Ага. Дальше так. Ёбаный в рот. А что там, стой? Так вы сами сказали, стой. Нет, я тут не смогу встать просто на велик. Пиздец переставляет. Ебать, блядь. Главное, чтобы Катя от хуйни не видела. Денчик, тормозись, Ленька, я видел. Она может быть вот здесь идти придется. Не, главное, что это нога цвет здоровый, и все наружу. Не, болит, похоже, вот позвоночник. Ну, у тебя, скорее всего, там компрессия большая, поэтому первое время в любом случае будет. Только скажите, колени декатлон для роликов у меня такие же есть. Ребят, ну попробуйте еще. Нужно не забывать о безопасности и внимательно подготавливаться, раскатываться и не заниматься геройством.
потому что в противном случае вам, как герою, бесплатное такси до больницы закажут. Машина ОЗ, то есть 03. Эти подъемы, конечно, выбивают из колеи. Пятый на сегодня. Пятый подъем. Да ты что сделал-то? Смотри, он из тебя упал. Счастливо!
А, дерево задел! Фу. Дерево въебал. Ага. Не, ну я уже перешел. Ох ты. Ну и вот заключительный подъем. Я жив. Так, пальчик немножко поцарапал, но это херня по сравнению с тем, что может быть. Что нормально. Все, байк-парк опустел. Остались самые стойкие. Че, еще один? Ты путь сейчас наваливает? Ну нет. Наваливать. Наваливать, но не падать. Ну хорошо. Наваливать, но не падать. Прямо хуярь. Прямо. Да, запрыгивай прям. Там было больше ходов. А то иначе, да, такая хуйня, бля. Ну и дурики-то.
Заебись. Ты чего? Бордюр не смог прыгнуть. Йоу. Я близко к тебе ехал. Я думаю, прикольный видос. Короче, мы с Денчиком последний в кашире. Вот он, завсегдатай, закрывающий.